Многие трейдеры используют разные способы для того, чтобы их сделки приносили прибыль. Некоторые применяют даже нетрадиционные подходы. Если не хотите так же, досмотрите наш обзор до конца, чтобы получить действительно рабочий инструмент для бинарных опционов. Индикатор для бинарных опционов ионосфера содержит в себе целую систему, разделенную на несколько основных индикаторов, принадлежащих к одному общему алгоритму работы. Сам по себе индикатор сочетает в себе сигналы и уровни поддержки и сопротивления. Кроме стандартных сигналов, в системе присутствует инфопанель, которая рассчитывает статистику индикатора за определенный период. Скачать индикатор для ознакомления можно с нашего сайта по ссылке в описании к этому видео. Индикатор устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно. Подробную инструкцию по установке индикаторов в терминал MetaTrader 4 можно прочитать в статье на нашем сайте или посмотреть в обучающем видео по ссылкам в описании к этому видео. В работе индикатор ионосфера опирается на уровни поддержки и сопротивления, которые являются локальными и подходят только для краткосрочной торговли или торговли турбоопционами. Поэтому торговать по индикатору ионосфера стоит с экспирацией в одну свечу и выставлять таймфрейм, равный экспирации. Очень важно экспирацию изменить в настройках индикатора, чтобы алгоритмы работали правильно и сигналы были точными. По умолчанию экспирация в индикаторе в параметрах установлена на 5 минут, поэтому мы сразу изменим ее на 1 минуту для краткосрочной торговли и продолжим знакомство с ионосферой. Отслеживать сигналы трейдеру самостоятельно не потребуется, потому что в этой системе присутствуют сигналы в виде стрелочек, которые по концу экспирации помечаются галочкой, как прибыльные сигналы, а крестиком обозначаются убыточные сигналы. Таким образом, оценить и проанализировать прибыльность индикатора и системы в целом будет несложно даже на истории. Стоит отметить, что не все сигналы являются актуальными. Перед теми сигналами, которые предназначены для торговли, в реальном времени появляется большая зеленая стрелочка, указывающая, куда пойдет дальше цена. Такие предварительные сигналы не сохраняются на истории, и трейдер может их увидеть на графике только в реальном времени, перед формированием основного сигнала. Эти сигналы упрощают торговлю, предупреждая о том, что на следующей свече нужно будет покупать опцион. В индикаторе присутствует и настройка для торговли по мартингейлу, которая по умолчанию отключена, но при желании ее можно включить, и за это отвечает параметр мартингейл. В нем можно включить параметр для следующей свечи после сигнала или для следующего сигнала. Дополнительно можно выставить количество колен мартингейла и коэффициент. В торговой системе ионосфера присутствует инфопанель, в которой отображается статистика за определенный указанный в настройках период. В настройках по умолчанию инфопанель не активна и поэтому ничего не отображает. Чтобы она начала работать и активно давать в реальном времени информацию, необходимо в настройках указать период анализа цены и изменения графика. Давайте на графике евро-доллар внесем начало анализа 1 апреля 2023 года и 20 апреля – момент создания этого видеоролика. Как видите, после изменения периода для анализа инфопанель заработала. На панели видно период тестирования, экспирацию, сумму сделки, прибыль, которая могла бы быть получена, общее количество прибыльных и убыточных сигналов, конфигурация мартингейла. И, конечно же, индикатор имеет встроенные алерты, оповещения для упрощения торговли бинарными опционами. Что касается торговли бинарными опционами по индикатору ионосфера, то все сводится к сигналам вверх или вниз, после чего покупается опцион с экспирацией, указанной в настройках. В нашем случае это 1 минута. Давайте попробуем реально поторговать с помощью индикатора ионосфера на платформе брокера Pocket Option с таймфреймом и экспирацией 1 минута.
Заключение. По итогу обзора мы имеем довольно интересный индикатор, который выдает стабильные сигналы, и при правильной настройке на таймфрейме и экспирации в одну минуту сигналов будет очень много. Этот индикатор способен приносить стабильную прибыль, но стоит обратить внимание, что у этого индикатора бывают убыточные сигналы, поэтому при работе с ним нельзя отказываться от правил мани-менеджмента и соблюдения рисков в торговле бинарными опционами. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео из сферы торговли бинарными опционами. Желаем удачной торговли!